Всем привет! У нас пятница, и мы в прямом эфире. У нас сегодня тема дня очень интересная, очень важная, я уверена, для каждого человека любого возраста. Из всех жителей Тверской области это здоровье и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, то, о чем необходимо говорить регулярно. У нас в студии сегодня я, Татьяна Ларина, также моя сведущая Светлана Никифорова. Здравствуйте. Здравствуйте. И гости нашей программы Наталья Соколова, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Наталья, добрый день. Добрый день. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня хочется поговорить по здоровью, о здоровье наших жителей и города Твери, и Тверской области. И если опираться на ВОЗ, определение ВОЗ, что такое здоровье, это не только полное физическое, психосоциальное благополучие организма, и не только отсутствие болезней и каких-либо физических недочетов, но и полное здоровье. Да? Вот скажите, пожалуйста, факторы какие-то здоровья, как быть, что, как можно быть здоровым, особо не прибегая к каким-то там сильным затратам, скажем так. Это вообще вот идеальный вариант, да? То есть это называется профилактика. Да. Да? Потому что если у нас нормальный образ жизни, то, соответственно, мы профилактируем и в большей степени вероятности не приходим к лекарственным препаратам или приходим к ним позже. Да? А когда надо профилактику начинать? Вот. Уже в старшем возрасте или же все-таки? Ну, это у нас вообще закреплено по 323-му федеральному закону, что профилактические мероприятия начинаются с детского возраста. А я бы вообще сказала, что это уже должно начинаться с внутриутробного развития ребенка. Потому что, когда ты видишь ужасную картину, беременная мамочка идет с сигаретой, ну это просто... Это кошмар. Это мягко сказано. Это позорище, это позор тому человеку, кто это делает. Это... И тем, кто его этому научил. Но, может конечно. Быть, у нее какие-то есть причины на это? Или этому нет объяснения вообще? Я не могу это оправдать, потому что, понимаете... Но здоровье ребенка для любой матери превыше всего. Конечно. Тем более это доказанные моменты, что если курящая женщина, курящая мать, она уже закладывает определенные моменты своему ребенку, моменты риска развития атеросклероза в виде липидных пятен, это все на микроскопическом уровне, и этот ребенок может иметь, например, атеросклероз в более раннем возрасте, а также закладывает риск онкологических заболеваний, которые могут проявиться и уже в детском возрасте, и различных других осложнений, которые могут быть и во время беременности, в послеродовом. Но если мы вот говорим с того, с чего вы начали, да, о Всемирной организации здравоохранения. Да. То есть мы делаем такие официальные ссылки. Да, хочется. Да, то вот от чего же зависит наше здоровье? И вот, да, и вот по, если мы берем по определению Всемирной организации здравоохранения, то она определяет, что, например, от здравоохранения, от того, насколько у нас хорошо развиты больницы, какие хорошие врачи, это всего лишь 10%. Но опять же понятно, что есть еще генетические да. особенности, да? Наследственность. Это 20%, да. Наследственность мы никак не можем обыграть, да? А есть такие моменты, что если наследственная предрасположенность, то это уже мы можем отодвинуть, да, или развивать их, или немножечко отодвинуть. Но все-таки наследственный фактор иногда есть. Истории, когда человек просто ведет здоровый образ жизни, но, к сожалению, у него... да, развиваются те или иные заболевания. Если еще ребенок, да, человек развивается в какой-то среде, свойственно он то и получает. Конечно. Если, что-то же, если есть у него наследственное конечно. Заболевание или нет. И вот внешняя среда. Это 20 тоже процентов. Внешнюю среду мы не можем изменить, мы не можем там уехать в лес жить, идеально чистую воду пить, но мы живем в том мире, в котором мы живем, да, и мы это можем сохранять, опять конечно. Же, мир, любой мир создает человек сам. Конечно. Он может его изменить или нарушить. Ну, я не думаю, что мы с вами можем глобально изменить, чтобы согласна. Мы, выйдя на улицу, приехав в центр города, не дышали загрязненными выхлопными газами. Конечно, это уже часть нашей жизни. Ну, да, нанотехнологии, да, можем, я это себе знать. Да, мы можем сохранить, да, например, сортировка мусора, согласна, и таким образом, то есть беречь природу. Но все-таки внешние условия среды мы не всегда можем... Не всегда в нашей компетенции. Конечно, конечно, конечно. А вот смотрите, львиная доля того, от чего зависит наше здоровье, это все-таки образ жизни. Согласна. Это 50%. По-любому, да, да? То есть и мы сами
хозяева нашего здоровья. То есть мы либо развиваем болезни, либо мы сохраняем наше здоровье. Ну да, берем на себя ответственность за свое здоровье, да, или же перекладываем его на кого-то, да, и думаем, что вот кто-то там что-то и почему я должен. Характеристика успешного человека в чем? Возможность все взять в свои руки, собственное здоровье. Ну, если мы говорим сейчас об успешном человеке. Здоровый человек, да, прежде всего. Вообще я бы сейчас сказала, что модно это ЗОЖ. Это быть здоровым сейчас, на данный если момент. Если вспомните 90-е годы, это была, наверное, такая пропаганда того, чтобы у нас, скажем так, чтобы народ умирал, да? Пропаганда курения и тому подобное. Такая была нездоровая подпольная как бы пропаганда такая, да, такая американская. Ну, либеральные ценности и все, что с ними связано. Негласная пропаганда, да, то есть реклама различных, скажем, напитков тех же, да, масел. Всего неправильного образа жизни, да. Была пропаганда, и молодежь это смотрела и воспринимала как путь к действию. Да. А сейчас у нас все-таки модный, успешный человек ассоциируется со здоровьем, со здоровым образом жизни. Ценности меняются в обществе. Это хорошо, да. Это правильно, да? Ну и заметьте, даже мамочек курящих стало меньше. Вот почему-то к сожалению, я их вижу. К сожалению, я их вижу, и это так меня коробит, я не могу на это смотреть. А я почему-то вот так в последнее время стала радоваться, что все-таки вот как-то вот их меньше, может быть, просто мне попадаются, они реже. Когда вот идет женщина с ребенком, курит, ну ужас. Во-первых, это доказанный факт, что если кто-то из родителей курит в семье, неважно, мама или папа. Да, ну это пример для подражания ребенка, ну, да, то есть это. Ну, ребенок по-любому считывает, да. Конечно. Для авторитета родителей повторяет. Конечно, это модель поведения. Конечно. Да? И когда иногда думает мамочка, что ребенок не знает, все не знают, они все прекрасно знают. Если кто-то курит в семье, а уж мать это вообще еще большая модель поведения, то, соответственно, в большей степени вероятности, что ребенок тоже будет курить. И доказанный момент, что если ребенок рано начинает курить, это путь к тому, что он может принимать наркотики. Это повышает риск того, что он может стать наркоманом. Ну, это как бы... Это доказанные факты. А факты — это вещь такая, да, с которой не поспоришь. По-любому. Да. Еще более же... статистические данные, да. Наталья, да, в курсе. По-любому же, опять же, курение тоже, да, пассивное особенно, оно вызывает различные заболевания. Абсолютно. Да, то есть еще и выше. И тот же ребенок может заболеть, опять же, различными, в том числе и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А в отдаленном возрасте, конечно. Да. И вот, свойственно, тогда вопрос, с какого возраста нужно начинать, скажем, обращать внимание на сердечно-сосудистую систему? Опять же, с самого начала, с утробного, или же, ну, это грамотный родитель, да? А если вот... Ну, скажем так, что с детства мы занимаемся профилактикой. Профилактика включает не только здоровый образ жизни, но и посещение врача, да? Если родители посещают врача, то, соответственно, врач может определить какие-то пороки развития у ребенка в том или ином возрастном этапе и уже направить к врачу. Потому что все-таки, если мы берем детский возраст, то чаще всего это, конечно же, не атеросклероз, да, естественно, это в основном пороки развития или какие-то закладки, которые не так формируются, нарушение ритма. А вот если мы говорим о том, что атеросклероз помолодел, что для нас уже, к сожалению, не вызывает какого-то удивления, человек в 26 лет, в 30 лет с инфарктом миокарда, к сожалению. К сожалению, это так. Да? Потому что здесь надо коснуться факторов риска. Основных факторов риска, вот, которые как раз формируют раннюю смертность трудоспособного возраста и инвалидизацию нашего населения. Те факторы риска, мы коснемся, те, которые относительно России касаются, Российской Федерации. Да? То есть по данным есть у нас... Институт профилактической медицины, который как раз занимается профилактикой. Так вот, по этим данным, основные 7 факторов риска, которые увеличивают смертность трудоспособного населения и инвалидизируют, соответственно, да, то есть трудоспособное население. Первое — это артериальная гипертензия. К сожалению, очень часто народ... не знает свое артериальное давление и его совершенно не контролирует.
К сожалению, да, потому что не приучено, да, не приучен народ следить за своим здоровьем. Они этого даже не боятся, совершенно. Бывает, чувствуют себя как-то не очень хорошо. И выпьют обезболивающие препараты. Ну, считаю, да, что зачем мерить, я выпью там какую-то таблетку. Да. Может быть, с одной стороны, и хорошо, когда у нас рекламируются лекарственные средства, но для меня всегда очень удивительно, да, потому что все-таки врач знает больше, чем реклама. Лекарство должен назначать врач. Да, да, и свойственный человек, да? Когда чувствует, что ему не очень, да, посмотрев рекламу, он делает вывод, что он сейчас выпьет обезболивающее, но не факт, что ему или понизит, или повысит давление, да, и будет это положительно. Артериальная гипертензия – это стоит на первом месте по причине смертности Российской Федерации. Надо понимать, что артериальное давление должно быть в норме. Сейчас у нас нормы немножко варьируют по данным американской рекомендации, европейских и российских. Но сейчас немножко ужесточились варианты нормы. И норма это, скажем так, до 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Да? А все, что выше, считается не нормой. Ну, скажем так, допустимо до 130, особенно у отдельных групп населения. Но надо понимать, что если вы намеряете давление выше 140, то это, конечно же, повод уже, это уже артериальная гипертензия. Это не важно, какой возраст? Не важно совершенно. Все равно, да? Сейчас это заболевание помолодело, и это даже у молодых людей, подростков встречается. Многие люди в третьей группе возраста, они скажут, что ну я вот уже с возрастом, и у меня может подняться давление. Значит, смотрите, неважно, сколько лет, 20 лет или 65 лет, должно быть нормальное давление, скажем так, да, 120, максимум до 130 миллиметров ртутного столба. Все остальное, это уже нужно бить тревогу, идти к врачу, а не пить самому лекарства. Не подбирать самому себе лечение. Конечно, артериальная гипертензия на каких-то ранних этапах мы можем справиться вообще без таблеток, изменением образа жизни. Но, тем не менее, все равно обратиться к врачу. Однозначно, обязательно. И если человек хоть раз у себя зафиксировал повышенное давление, он должен мерить это давление ежедневно. А если у него нервная работа или нервный образ жизни, он скажет, у меня постоянно прыгает давление. Стресс, например, хронический. А, ну подождите, но мы сейчас тоже с вами переживаем. Да, у нас сейчас стресс еще какой-то. Как-то мы неважно, чем она индуцирована, да? То есть тем не менее, все равно, это не отговорки. Это не отговорки, конечно, это надо идти к врачу. Нет, не важно, совершенно это надо идти к врачу и уже с ним заниматься, и устранять различные, возможно, воздействующие факторы. Да? Есть различные факторы, которые могут способствовать артериальной гипертензии. Давление. Конечно. Но если мы говорим, например, о немедикаментозном лечении, да, то есть вот за границей, если к врачу приходят с этой проблемой, начинают всегда с немедикаментозного лечения, особенно если это такие вот более мягкие цифры артериальной гипертензии. Это снизить массу тела, да, это нормальная масса тела, потому что повышенная масса тела – это увеличение артериального давления на 5-10 миллиметров ртутного столба. По одышке можно понять даже. Это ограничение соли. К сожалению, у нас сейчас потребление соли очень избыточное. И это мы не говорим о том, что вот мы прямо посолили. Ну, это потребление скрытой соли. Да, опять же, положено в день потреблять 3 грамма соли. Ну, 3 – это уж прямо жестко. 5-6. Но, к сожалению, да, потребляется больше. Причем, если мы возьмем, например, опыт, вот такой мировой опыт Финляндии, опыт на регионе Финляндии, который называется Северная Карелия. Это регион, в котором была самая наименьшая продолжительность жизни, и в 50-х-60-х годах забили тревогу. Почему это происходит? Да, для меня удивительно, потому что вроде как-то Финляндия... Это сейчас они очень справились. Они тогда забили тревогу, потому что продолжительность жизни была достаточно очень низкая, очень ранняя смертность трудоспособного возраста, и начали выяснять, что же происходит. Это регион, в котором доставка овощей и фруктов она была дорогая, поэтому очень малое потребление овощей и фруктов, очень большое потребление соли, потому что это просоленная рыба, это большое потребление жирных продуктов пищи, и курение. И государство взялось на отдельном этом сегменте Северной Карелии экспериментально и показало, что изменение образа жизни
привычек питания, да? Да, угу. Да. Привело к улучшению. Они сократили потребление соли, и сейчас у них идет четкая маркировка на продуктов, что вот этот продукт содержит избыточное количество соли. Потому что если мы возьмем, например, какие-нибудь там сосиски, сардельки, колбасы, ну, любую консервацию. В этих продуктах вообще содержится очень много соли. Любая консервация, да, содержит безумное количество соли. Но на этом не написано вот так, чтобы это в лицо. Это невыгодно, например, компании. Конечно, конечно. И таким образом у нас, если много консервации, полуфабрикатов, то, соответственно большое потребление соли. И посмотрите, опыт Северной Карелии, они за 20 где-то лет увеличили продолжительность жизни в значительном таком вот моменте. И они снизили курение с 50% до 16%. А курение, опять же, возрастное? Или у них, опять же, было курение во взрослом возрасте? Или же подростки у них тоже курят? Конечно, курили. Курили. Курили, курили. То есть, на самом деле, очень у них увеличились вот, вот эти моменты, которые играют социальную роль. То есть, опять же, для профилактики здоровья, да, убираем факторы риска. То есть, первое, это соль. Факторы вот риска, да, то есть мы коснулись артериальной гипертензии, да, которую мы можем как раз корректировать, уже убрав факторы риска, да, то есть это подвижный образ жизни, мы делаем более, физическую активность увеличиваем. Но опять же, может быть, не физическая, может быть, двигательная активность тоже, потому что физическое тоже понятие разное. Смотрите, если мы говорим по стандартам, которые существуют, вот коснемся тогда следующего фактора риска, это малоподвижный образ жизни, да? Что у нас такое норма по двигательной активности? 30 минут в день физической активности. Ты что хочешь, то и делай. Хочешь, иди плавай. Хочешь, иди, ходи просто пешком по улице. На тренажер можно. На тренажер. То есть это что тебе самому больше нравится. Но это должна все-таки какая-то физическая активность быть. Наталья, сами ходите в спортзал? Обязательно, конечно. Регулярно? Ну, 3 раза в неделю я стараюсь выбираться. По времени? Полчаса или больше? Нет, это часовые тренировки. А как относитесь к профессиональному спорту? Имеют ли особые риски спортсмены? Да, это отдельная история, и спортсмены очень часто имеют риски артериальной гипертензии в, скажем, в отдаленном возрасте. Передозированность помимо травм. И тренировки, и там все-таки, ну, скажем так, профессиональный спорт сопряжен еще с потреблением различных препаратов спортивных, поэтому, да, это не всегда здоровая история. А если спортсмен вот регулярно обследуется у врачей и следит за своим здоровьем даже на протяжении вот своей спортивной карьеры, и после? Можно ли снизить риски таким образом? Ну, конечно, можно, но мы говорим о большом профессиональном, если спорте, то это высоких достижений. Это отдельная история. Тем не менее, все равно спортсмены, они все равно проходят наблюдение врачей, и если высококвалифицированный спортсмен. Конечно, за ними очень хорошо наблюдают. Идет уход. Да. А мы говорим о среднестатистическом населения, об основной массе, которая должна как минимум 30 минут в день двигаться, аэробная нагрузка. Именно аэробная, потому что в анаэробном режиме нагрузки совершенно нет. Конечно. И опять же, двигательная активность, хочу добавить, что можно ходить по кухне эти 30 минут. Это не то. Да, вот я и говорю, это можно. А можно действительно ходить двигаться, потому что за 30 минут можно пройти 3 километра. Вот вы правильно акцентировали. Некоторые пациенты говорят, ой, я столько на работе бегаю. Это совершенно не то, потому что она у вас идет с интервалами где-то посидеть, где-то постоять и тому подобное. Если, конечно, на работе вы 30 минут вот идете, прям не останавливаясь, это будет учитываться. Да, всегда, да, как к тренеру-реабилитологу всегда, да, доносишь до своих клиентов, и хочется сейчас, да, как вот с уст врача от вас, чтобы зрители наши и слушатели услышали, что аэробная нагрузка должна быть обязательно, 30-минутная, не меньше, для работы и сердечно-сосудистой системы, и лимфодренажной системы, всего организма, чтобы он запускался полностью и работал как часы, и был здоровым. Конечно. Но если кому-то нравится силовая нагрузка, пожалуйста, идите в тренажерный зал, там сначала немножко походите по дорожке, на эллипсоиде. Она должна быть смешанная, лучше, конечно, лучше начинать, Же миксовать нагрузку, или 3-4 дня раз в неделю приходит человек, у него все должно быть миксовать.
рефлексованная нагрузка. Просто пускай идут и гуляют просто по улице. Да. То есть свежим воздухом подышат. Да, 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 да. А детям тоже рекомендуете заниматься физической нагрузкой? Ну, конечно, конечно. Спорт, танцы. Спорт — это наша жизнь, это наше все. Да, двигательная активность. Надо любить спорт с детства. Будем любить. Если ты с детства приучил ребенка, он дальше будет вот то, что ты ему заложил, так и двигаться по жизни. Если возвращаясь к самому началу, да, как мы говорили, что любая привычка родителя, она как бы копируется ребенком. Конечно, это модель поведения. Модель выстраивается по-любому. Так и здесь. Если ты физически активен, если ты здоров, у тебя закладываются правильные принципы. Да, да. То есть по-любому, даже если с нашим таким гипердинамичным режимом, да, все равно полчаса можно выделить вечером. Можно. Да, можно погулять с семьей, конечно, подышать тем же свежим воздухом. Есть специальные приемы, чтобы увеличить свою активность двигательную. Иногда припарковать машину чуть дальше, чтобы специально дойти. То есть, есть по лестнице ходим пешком. Да, есть какие-то моменты, которые ты можешь провоцировать себе, чтобы увеличить двигательную опять же, активность. Это все зависит от желания самого человека быть здоровым. Конечно. Если человек это осознал и приветствует в себе, да, то он всегда это будет культивировать положительность. Сторону и не искать какие-то моменты, чтобы отодвинуть, сказать, не-не-не, мне некогда, у меня времени, конечно, у меня там что-то еще. Вот тоже касаемо очень такого большого фактора риска, которого мы пропустили, он, я бы сказала, на втором месте стоит, это курение. Да? Курение — это основная причина сердечно-сосудистых заболеваний и, к сожалению, уже в достаточно раннем возрасте. И каждый курильщик, который курит, он считает, что его это не коснется. Вообще люди многие даже не верят в то, насколько это вредно. Они считают, что если сигареты открыто, свободно продаются, есть в доступе, ну, значит, кому-то это может быть зачем-то нужно. Ну как кому? Кто-то зарабатывает на этом деньги, а потом, в итоге, потом опять же, дальше на этом еще фармкомпании зарабатывают деньги. Может быть, мы объясним людям, почему курить вредно? Какие есть доказательства? Может быть, мы людей убедим сейчас, которые нас слушают и видят? Ну, уже, мне кажется, об этом не говорит только ленивый, да, что курение — это основная причина сердечно-сосудистых заболеваний. Это основная причина инфаркта. Это основная причина инсульта. Да. А если мы коснемся нашей Тверской области, то болезням системы кровообращения принадлежит 50% от доли смертности, от процента смертности. Да? А, за 2017 год это, скажем так, более 10 тысяч случаев. И около 5, там 4, где-то 800, я там точно по цифрам не помню, это от инфаркта, и около 5 это от инсульта. Да, в общей структуре смертности. То есть это очень большой процент. Да, конечно, когда мы лечим самыми новейшими высокотехнологичными методами, мы снижаем. Но максимальное снижение будет идти, если мы будем это профилактировать. Поэтому кто курит, выбросите, откажитесь от сигарет прямо сейчас, сегодня. Не откладывайте на завтра. Спасите свою жизнь, спасите себя и свою семью. Да, потому что пассивное курение, да, тоже хотела сказать, это абсолютно наравне тому, что курите вы. То есть если вы обкуриваете своего ребенка, это равно тому, что вы вставили сигарету своему ребенку в рот. Да. А также можно еще и сэкономить на сигаретах, если вы бросите курить. Это прекрасный фактор. Кстати, Татьяна, если посчитать... Давайте посчитаем, сколько за год, например. Пускай они сами посчитают. Пускай посчитают, сколько они... Они могли бы за эти деньги, я не знаю, норковую шубу, наверное, купить. Ну, даже если вы курите на море. Да, если человек выкуривает, такой активный курильщик, пачку сигарет в день, то пачка, ну сколько, я просто не знаю, сколько стоит сигарет. Я не знаю. От 50, ну, пускай 50 рублей, да, грубо. Я не знаю. Если это каждый день, 7 дней в неделю, это 350 рублей. Ну, ужас, в неделю. Вообще. Месяц это уже получается у нас. А сколько 1400, потом на таблетки? Да, в год. А сколько потом фарма-индустрия? Конечно. Ну, в принципе, с другой стороны, поднимается табакокурение, да, индустрия табакокурения, индустрия фарма-индустрии. Ну, конечно, есть определенные лобби, да. Если мы говорим о статистике, то по данным статистики,
статистике продолжительность жизни курильщика, она в среднем на где-то 10 лет меньше, чем не курильщика. Ну, а человек скажет, вот я не могу бросить, я вот так курю, это же такая вот, для кого-то это какая-то статусность выйти, да, показать, что это для не модно, это, да, в этом вот, сейчас ничего нету модного. Вот есть совершенно такой аргумент у курильщиков, никак не выходит у меня из головы, они любят говорить, а вот мой прадедушка курил как паровоз и дожил до 100 лет. Это единичная выборка. Во-первых, прадедушка не имел машины, и он достаточно двигался, то есть у него меньше факторов риска. У него не было столько жиров, столько соли, которые есть. То есть если мы возьмем человека, вот сегодняшнего дня, у него увеличивается количество факторов риска. Это потребление более жирных продуктов, большее потребление сахара, это ожирение, это повышенная артериальная гипертензия, малоподвижный образ жизни, избыточное потребление соли, это приводит к гиперлипидемии. И еще это курево на это. Это совершенно другая история. Та, которая была с и его дедушкой. И менее подвижный образ жизни, когда он садится в машину, да, или конечно же выходит, садится в офис, или еще ну, что-то. Ну, конечно. Куда-то. Ну, грубо говоря, уже до туалета доезжают на машине, да? То есть народ уже практически отучился ходить. Ну, то есть, собственно, получается ожирение, которое вызывает тоже не есть, что хорошее и положительное. Это очередной фактор риска. А почему у нас сейчас происходит ожирение? Потому что безумное потребление жиров, сахар, полуфабрикатов, фастфудов, да, и простых углеводов. Которые, да, сейчас все это сдобрено, скажем, какими-то канцерогенными какими-то препаратами. Ну, это вообще отдельная история, конечно. Которые тоже позволяют еще увеличивать потребление этих конечно продуктов. Конечно. Потому что, понимаете, если вы посмотрите, что пьет народ. Вот мы стоим, мы даже сейчас не касаемся алкоголя, вот мы стоим в очереди, да, или где-то, и ты слышишь, мама, я пить хочу, да. Сладкий напиточек да тебе. Что да, она ему дает? Да, она да ему дает не воду, она ему покупает там какую-нибудь, неважно, я не буду сейчас, именно, это неважно, под каким ну, там... Ну, именно сладкую воду она покупает. Сладкая газированная вода, да, да. Но давайте исходить из того, что баночка сладкой газированной вот этой воды, неважно, как она называется, она содержит где-то как минимум 10-11 кубиков сахара, да, 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 что уже превышает суточную норму в 2-3 раза, скажем так, в 3-4 у ребенка и в 2 раза у взрослого человека. Но, тем не менее, пакетированные соки, они же тоже, тоже дают. Конечно. Да, сюда еще добавим сахар, который в чай кофе добавляется, конфетки, подождите, у нас сахар везде, у нас сахар везде, там и фрукты содержат сахар, да, и те же простые углеводы, плюшки, булки, макаронные изделия, это тоже все равно сахара. Даже в хлебе, наверное. И хлеб, конечно. Поэтому и когда дополнительно вбухивают сахар в организм, да, особенно детей в виде вот этих сладких газированных напитков, это большая проблема. Это на самом деле мировая проблема. Но опять же, сахар переваривается только в щелочной среде, а щелочной среды в организме как таковой нет. У нас, понимаете, идет основное, что это избыточное потребление сахара. И это надо сократить, да? То есть минимизировать сахар. Чем можно минимизировать сахар? Уберите. Как можно ребенку давать шоколад в школу? Зачем? Некоторые родители говорят, для мозговой деятельности. Каждый день? Для мозговой деятельности, почему нет? Хорошо, если у вас больше, он не потребляет больше никакого сахара, может быть, я где-то там отчасти соглашусь, но он все равно у вас еще что-то будет потреблять. Понимаете, дайте фрукты ребенку. Лучше живые фрукты или сухофрукты? Конечно же, натуральные фрукты, потому что сухофрукт – это, извините меня, избыточное, уже избыточное потребление сахара будет, потому что это же высушенный. А да? Что лучше потреблять, мед, варенье или сахар? Что лучше? Мед – это тот же сахар. Это большое заблуждение нашего народа, что я ем мед. Я не ем сахар. Ну там же, это, опять же, можно дозировать. Это же тот же сахар. Но мед вообще ведь полезен, то есть как-то немножко можно. В умеренных количествах полезно все. И мед это тот же сахар совершенно. Да? Поэтому мы должны минимизировать потребление сахара
которая идет в избыточном количестве. А что из продуктов вот тогда? Да, мы поняли, сахар, всякие дрожжевые, крахмальные, курение это вообще. А вот из продуктов для профилактики сердечно-сосудистой. Да, многие говорят, ешь мороженое, полезно для сердца. Первый раз такое слышу. Какие только предрассудки бывают. Подождите. Понимаете, профилактика, это вот ты просто у тебя нормальный, правильный образ питания. Да? Сбалансированный. Конечно, сбалансированный. Есть то, что ты должен нормальное количество овощей и фруктов потреблять. Это где-то 400-500 грамм в сутки. Да? Это мы не говорим, что 500 грамм бананов или 500 грамм картофеля, то есть винограда. Это более не сладкие, скажем так. Но и опять же сладкие фрукты мы едим в первой половине дня. Когда хотите. Но это уже все намного как-то вот усложняет. Вот здесь я первый планета, во второй. Все намного проще. Просто где-то 5 фруктов и овощей вы скушаете. Да? Пускай у вас будет салат, обед и ужин, и в перекусах будут какие-то фрукты. Это опять же клетчатка, которая необходима для кишечника. Да, но лучше, профилактика онкологических заболеваний. Лучше, чтобы они были разнообразные, а не какие-то одни. Например, я ем яблоки целый день. Ну, хотите, ешьте яблоки, бога ради. Я цитрусовую люблю. Понимаете, на самом деле считается, что лучше выбирать то, что произрастает в твоем регионе. Да. Какая есть возможность купить, то и купите. Как я скажу, купите какой-то заморский фрукт, когда нет у нее заработной платы, то есть, купите. В принципе, нет как бы такого акцента, вы не акцентируете, нет, да? То есть, нет. В принципе, здоровое свежую питание. Морковку, пожалуйста. Помидорки с огурчиками. Конечно, конечно. Главное, чтобы клетчатка. Самое главное, чтобы было полезно и здорово, да? Конечно. Без всякого лишнего сахара и соли, которые и мы любим. И самое главное, жиров. Жиров. Да. Да. Но опять же, жиры же есть и полезные. Омега-3, 6, 9, абсолютно например. Правильно вы говорите. То есть, если мы говорим о жирах, то, к сожалению, сейчас большое потребление трансжиров. Что это, напомните? Трансжиры – это как раз из переработанный жир, такой вот ненатуральный жир, который сразу откладывается у нас, перерабатывается в плохой холестерин и может откладываться в бляшки, скажем так. В каких продуктах есть такой жир? Ну, это везде, где, например, может маргарин быть переработанный жир, да, то есть, и, к сожалению, у нас же не пишут, что это трансжиры. Вот печенюшка симпатичная, там нарисована какая-нибудь девочка, ребеночек, да, а в этой печенюшке то трансжиры. Есть, то есть во всех вот этих вот простых углеводах они содержатся. Ну, скажем так, надо выбирать, да, опять же-таки. Трансжиры – это фастфуд, это сосиски, сардельки, всякие соусы, майонез. Вот, пожалуйста. Наталья, а вы не употребляете в пищу такие продукты? Ну, я что, не человек, иногда, конечно... По пятницам? Нет, по пятницам это слишком часто, но иногда я тоже люблю похрустеть какими-то трансжирами. Но если это же дозировано, да? Ну, если я буду хрустеть ими, там, грубо говоря, раз... В два месяца, думаю, что ничего уж глобального. Майонез, я как своим пациентам говорю, вот у нас, как в советские времена, были праздники, да, там 5 раз в году. Оливьешку на Новый год ну можно. Вот, Новый год, день рождения, все, 8 марта, все, точка, с этим майонезом точка, да. Майонез, как мы сокращаем жиры, заменяем йогуртом несладким, ну или прямо вы очень любите сметану, редко, хорошо очень. Сметана. Но выбирайте меньший процент жира. Жирности. А как вы относитесь к салу, например? А, кстати, сало, это все-таки, если оно не жареное, да, это у нас термически необработанное, да, поэтому там все-таки немножко другая история по жирам. Конечно, скажем так, вот каждый день, наверное, потреблять сало – это неправильно, это, опять же, увеличение потребления жиров. Но если человек очень любит сало… Ну, то есть, в принципе, кусочек один ну, раз, там, раз или там, два раза в неделю, ну, ничего с вами не… Главное, не жарьте. Не жарьте. Да, да. Все должно быть в меру. Ну, да, конечно. Есть можно, кушать можно все. Конечно. Но главное знать, понимать, что ты ешь, и цель для того, что конечно, просто сокращать какие-то вредные продукты, да. Опять же, есть пустые продукты, типа фастфудов, да, вроде мы съели, конечно, но на самом деле… Конечно, это один жир и углеводы, которые очень…
не дают насыщения организма. Ну да, пустые калории, да. Конечно. Пустые калории, да. Которые ни о чем, да, которые настолько... уходят только в увеличение массы тела. Напомню нашим слушателям и телезрителям, сегодня мы обсуждаем здоровье человека, здоровье Тверской области в целом, говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, об их профилактике. С Натальей Соколовой, это кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, очень профессиональный человек, поэтому всегда важно услышать мнение, что называется, с первых уст. Давайте напомним еще раз, какие вредные привычки, какие полезные привычки. Итак, исключаем курение, регулярно меряем здоровье, физические давление. Нагрузки, здоровье, конечно, да. Меряем давление, да. Меряем давление как фактор, как показатель важнейший нашего как раз здоровья. Что еще необходимо делать? Увеличиваем двигательную активность, мы поговорили, снижаем массу тела, сокращаем сахара, сокращаем жиры, проверяем уровень холестерина, да? Периодически меряем давление, добавлю. Значит, вот какая периодичность? Да, вот хотелось бы поговорить. Если мы до этого коснемся. Если у вас давление, ну, это стандартизованные рекомендации, допустим, возьмем Американской ассоциации сердца, да? Если ваше давление менее 120, то, в принципе, вам допустимо померить его через 5 лет. Если ваше давление выше 120, то есть где-то до 130, но вы с какой-то периодичностью, они говорят раз там, в 3 года, но в принципе можно даже чаще. Но если вы намеряете, что ваше давление выше 130, а особенно если выше 140, то есть это уже артериальная гипертензия, да, то тогда вы должны мерить ваше давление ежедневно, желательно утро и вечер. А если человек живет спокойно, особенно-то не мерит свое давление, редко посещает врачей, по каким симптомам он может понять, что что-то не так, что пора померить давление. Мы это обсудим после звоночка. У нас есть номер телефона 300-190. Здравствуйте. 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 Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Елена Юрьевна. Елена Юрьевна, очень у вас приятно. Есть вопрос к кардиологу. А, простите, я это отчество хотела бы врача. И Наталья Юрьевна. Юрьевна тоже. Алло. Да, задавайте вопрос, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, Наталья Юрьевна, а вот как где вы ведете приемы? Как попасть к вам на прием? Ну, наверное, я не могу чего-то называть. Да? Всегда можно, у нас сейчас такая сеть интернет есть, где можно забить мою фамилию, имя, отчество и найти, где я принимаю, потому что немножечко форматом передачи запрещено анонсировать какие-то подробности. Ну, можно сказать, конечно, мы можем точно сказать, что Наталья Соколова работает в областной клинической больнице. И в частной клинике меня тоже можно найти. Да, то есть в сети интернет вы легко можете и отзывы почитать, и узнать, как записаться на прием без проблем каких-либо. Наталья Юрьевна, скажите, какие же все-таки опасные? Может быть, еще вопросы есть, нет? Нет, по-моему, уже не нет. Нет, в областной больнице вы ведете прием, можно узнать? Да, конечно. Да, областная больница. Областная больница есть, да? Да. Там можно записаться на прием. Да, может быть, вы что-то хотели еще спросить, нет? Да нет, я просто хотела именно записаться и поговорить лично с доктором. Обязательно сходите. Спасибо. Заботьтесь большое. О своем здоровье. Спасибо. Соколова, да? Наталья Юрьевна Соколова. Да. Спасибо. То есть посещать врача и врача-кардиолога, это все-таки очень важно, и в том числе и уже в возрасте. Вот если вы, Татьяна, затронули тему, да, чувствует пациент, не чувствует, у меня некоторые приходят пациенты, говорят, а у него, например, давление там 180, да. Ну, я его не чувствую. Я говорю, да, такие тоже есть. Да, у меня один пациент не чувствовал 220. Серьезно, это не ощущается? Нет, ну даже? Я не шучу, да. Ну, вот есть такие люди, да. То есть он, видно, к этому подходил постепенно, он был адаптирован, не чувствовал это. А из-за чего это такое происходит, что человек не чувствует своего давления? Ну, он постепенно, с годами, да. Сначала, особенности? Почему? Ну, сначала, ну, это эксклюзивный момент, что он не чувствовал 220, да. Но вот то, что они чувствуют там 160-180, это очень распространенная история. Потому что сначала они, имея факторы риска, никогда не измеряя давление, для этого существует, кстати, диспансеризация, где на минимальном уровне выявляют факторы риска, мы сразу определяем пациентов высокого и очень высокого риска, сразу их выявляем, да,
Вот. Он, не меря, не ходя никогда к врачу, причем некоторые очень гордятся, я 30 лет не ходила, а потом у него такой букет, и ты не знаешь, как его разобрать. Угу. Вот, то есть тут гордиться нечем. Сначала они привыкают к давлению 140, угу. и живут на нем несколько там, лет. То есть не принимая быть. Никаких. Ну, конечно, мер. Конечно, угу. да. Факторы риска повышаются, дальше у них повышается давление, угу. они не чувствуют 150 и так далее, с годами адаптируются к различным цифрам. Uh-huh, uh-huh. Но как мы начинали, что хоть тебе 65 uh-huh. лет, хоть тебе 20, 20 uh-huh. у тебя давление должно быть нормальное. Другая история, конечно же, если он пришел ко мне и он живет с артериальной гипертензией uh-huh, uh-huh. 180, я ему завтра 120 не сделаю. Мы будем тоже постепенно uh-huh. адаптироваться и постепенно приходить к нормальным цифрам. То есть это какие-то медикаментозные конечно. Лечения, да? И медикаментозное, uh-huh. и изменение образа жизни, да, uh-huh. о чем мы говорили. То есть это тоже врачом советуется? Обязательно. Uh-huh. Понимаете? Проговаривается. Это обязательно. Изменение образа жизни – это часть uh-huh. лечения. Uh-huh. И вот к этому надо относиться очень серьезно, потому что я вам привела пример региона uh-huh. Финляндии, да, где да, на да. самом деле они сократили смертность, повысили возраст uh-huh. жизни uh-huh. Uh-huh. Тем, что просто изменили, поменяли угу. поведенческие привычки. Ну, то есть получается, что это основа основ. Пациент, ну, больной еще, да, еще пациент, да, приходящий к врачу, понимает, что ему помимо, должен понимать, что помимо лекарств и не бояться идти к врачу. Изменение да, образа жизни. Ему все равно врач посоветует какие-то... Обязательно это должен посоветовать, угу. конечно, изменение образа жизни. Питания, мы всегда с пациентами проговариваем, в некоторых глазах пациента я вижу, что вы мне тут, как же мне до этого добраться? Зачем вы мне это рассказываете и отстаньте от меня? Но я должна выполнить, скажем так, свою миссию, я должна рассказать, а уже если он это не захотел принять к действию, ну, я уже здесь не могу изменить. То есть задача врача не только как бы посадить на лекарство, скажем так, грубо, да? Ну, это я вообще не хочу такую формулировку слышать. Ну, и еще, нет, ну, просто у многих это есть. Назначить лекарственную терапию, оптимальную медикаментозную лекарственную терапию. Но лечение заключается не только в лекарственной терапии, да, вот да, хочу, а в изменении образа жизни. Угу. Если это артериальная гипертензия, которая требует лекарственной терапии, угу, угу. то надо не забывать, что это будет, скорее всего, пожизненная лекарственная терапия. Угу. И если у вас на лекарствах достигнуто давление нормы, угу. это говорит, что у вас хорошо подобрана лекарственная терапия. Угу. И это не говорит о том, что я должна снизить дозу или угу. отменить. Ну, то есть, по-любому, если уже все это нормализовалось, все равно пациент конечно. Пьет, продолжает. Оно нормализовалось за счет лекарственной угу. терапии. Угу. И если пациент отменил, угу. у него сразу... А возможно ли уменьшить дозу лекарства? Или же продолжается так? Ну, понятно, мы что с учетом врача. Мы это смотрим, угу. да, это все делается угу. под контролем врача, угу. по дневнику самоконтроля артериального давления. Нет ничего лучше, чем самоконтроль артериального давления. Обратим внимание, что сегодня пятница. Пятница – день веселый, и, к сожалению, для многих жителей вообще России связанный с приемом алкогольных напитков. Мы уже затронули, кстати, и факторы риска, затронули мы вредные привычки. Алкоголь – это фактор риска. Это фактор риска, для кого-то и вредная привычка. Что не делать с этим? Многие привычки вредные – это и есть факторы риска, как угу. раз, да, к сожалению. То да? есть кто принимает алкоголь? Это же поведенческие моменты. Но это сложение стереотипа жизни. На каких-то стереотипов, на какой-то... И опять ну, же, давайте, давайте, если вы решили затронуть то, что муссируется сейчас вот как mm-hmm. раз в прессе. Да, да, да. Каждый да. день практически сколько можно пить? Нисколько нельзя. Но, скажем так, нет безопасной дозы алкоголя. Ее mm-hmm. не существует. То есть вообще даже стакана вина нельзя или стакана пива? Ну, с какой периодичностью? Если вы хотите сказать каждый день стакан вина или пива, ну, наверное, это какая-то неправильная и ужасная история будет, да? Тем более, понимаете, это все равно будет способствовать алкоголизации, да? То есть нету безопасной разрешенной дозы.
И вот эта вся история с безалкогольными напитками, это отвратительный маркетинговый ход, который просто способствует развращению молодежи и ее дальнейшей алкоголизации. Да? То есть, когда у нас сейчас вот это рекламируют полезно какое-то не молоко для детей, что тоже страшная история. Ну, как дети должны потреблять именно молоко. Желательно мамино, грудное. Ну, это вообще однозначно, да, да. Потому что кальция ниоткуда будут, не из овсянки черпать, да. Вот, то же самое, как вот безалкогольное пиво. Да, то есть это вот прямой путь, особенно у молодежи, дальше к потреблению алкоголя. Конечно. А если мы возьмем алкоголь и сердечно-сосудистые заболевания, то вот все считают, что умирают от цирроза печени или отравления суррогатами. А я вам скажу, что по проценту трудоспособное население, что женщины, что мужчины, имеют побочный эффект вот этого алкоголя, это алкогольная кардиомиопатия. Когда вследствие избыточного потребления алкоголя, а вот говорить о тех нормов, которые существуют, нельзя, потому что у кого-то хорошо с алкоголь-дегидрогеназой, который сможет справиться, который выпил бокал вина и сказал, что мне завтра это не нужно, и мне вообще хватит бокала вина. А у кого-то с этой алкоголь-дегидрогеназой не очень хорошо, да, например, как жители там Крайнего Севера, им вообще нельзя ни грамма, потому что они не смогут остановиться. Но есть же еще мнение, что есть как бы алкоголь вредно действует на женщину, он не выводится, для мужчин он более слабый. Да, есть ли разница? Есть разница, да, вот развитие мифа. Но вообще алкоголь в избыточных количествах, да, а избыточное количество — это больше 10 грамм чистого спирта, да. Ну, в день сутки, не надо, да? Так, но это это неправильная ситуация, понимаете? Осторожно! Не должно быть, в день не может быть такого, вот нету безопасной дозы в день. Если мы говорим там раз в неделю, да, ну ничего страшного, если, да. Но опять же, вот так вот ничего страшного тоже сказать нельзя, потому что не может наш народ остановиться от бокала вина. Это последует 2, 3, 4, понимаете? Это поэтому, уже опасно. Поэтому не существует безопасной дозы алкоголя. То есть неважно, мужчина или женщина? Неважно, мужчина или женщина. А вот по поводу алкогольной кардиомиопатии, это очень часто развивается, когда истончаются камеры сердца, стенки сердца увеличиваются, камеры сердца, и человек приходит к тяжелой сердечной недостаточности. Вот какая хорошая такая жирная точка в нашем пятничном выпуске программы «Тема дня». Спасибо огромное, Наталья. Хочется нашу точку превратить в многоточие. Обязательно приглашаем вас снова на наш эфир. Наталья, спасибо огромное. Я уверена, наши слушатели, радио и телеслушатели, телезрители много сегодня почерпнули для себя и поняли, что алкоголь и курение это зло. Будьте с нами, вернемся через неделю.